девочки, всем привет. Канал «Пиратская жизнь». Ой, девчонки, приняла душ, помылась, ополоснулась. Сейчас вытаскиваю Вовчика гулять. Все полотенца, кстати, бросила в стирку. Все. Все, вот смотрите, маечку от Василька одела. Так хорошо. Хотим дождевики взять, потому что на улице у нас 19 градусов. Достаточно прохладненько. Вот, и дождички накрапывают. Вот. Устаю тут прическу свою. Расформировываю. Чё, как хорошо. Только, знаете, вот что-то смотрю, у меня, по-моему, опять желтый цвет пробивается. Мальчик тоже готовый. Красивый. Гулять. Вот, опять желтый цвет, девочки, пробивается. Надо скоро опять идти к Марине. Опять стричься. Ну так, смотрите, вот видите, легенькая маечка, совершенно, абсолютно легкая, от Василька, я не помню, стоила, по-моему, что-то 200 рублей. Вообще красота. Шикардос. Сейчас под курточку самая тема. Тем более это хлопок, девочки. Хлопок, видите. Все натуральное, да. И он Вовчик тоже хлопок одел. Мусорка там, вон, выкинуть. Все, мы идем гулять. Да, вытаскиваю Вовчика на улицу. Идем гулять, девочки. Знаете куда? На покровочку. Я прям счастливая, довольная. Сейчас пока гуляем, у меня как раз все постирается. Там все, знаете, с отпариванием поставила. В общем, прокипятиться, чтобы все, блин, чистенькое было и приятненько. Как хорошо. Как приятно. И даже дождь не помеха. Девочки, смотрите, стильно, красиво. Прям самый раз для прогулки. Я считаю, вообще шикардос. Шикардос. Смотрите, у меня уже свободно, видите? Вот здесь вот не сильно, не плотно. И вот сразу видно, что человек похудел. Вообще, смотрите, видите? Похудел. На Вовчике-то вообще он все висит. Исхудал, бедненький. Смотрите, у него раньше вот такой был. А сейчас красивый стал. Вообще. Давай поправлю. Поправила. Дай-ка тут заправлю. У тебя постоянно выходит. Все намылись. Красивый. О, вообще, красавчик. Кстати, ты реально прям похудел, смотри. На тебе прям вот прям висит все. Смотри, девочки, все висит. Раньше как на барабанчике было натянуто, а сейчас. И лицо, кстати, смотрите, как у него лицо схуднуло, да? И у меня. Смотри, у меня же схуднуло. Скулы выделились. Да, девочки. Да. Исхудала вся. Понимаешь, еще те гуленые. На улице дождь идет, там гулять пошли. Слушайте, я не знаю, что творится, но такси у нас вообще дешевое. Сейчас заказали, 66 рублей стоит. Причем ехать нам на Звездинку. Нет, это не наши. Не знаю, что-то они какие-то совсем дешевые, подозрительно, да? Сейчас вроде как и вечер, пик. Вот, и вроде как дождик идет. А что-то странно. Удивительно. Ну, в принципе, это нам только в плюс. Нет. Так вот. Нет, не мы. Не наш. У нас будет фирменная Лада Веста. Баклажан. Лада седан. Баклажан. Я только прическу сделала, девчонки. И дождик. Я думаю, может, мне за зонтиком сходить, пока она. Ну, ладно. У тебя хорошо, у тебя вон раз. Фу, вот так вот прочесал. Да, и все. Что тебе? Хоть дыши воздухом. Зато сейчас, кстати, будет очень хорошо дышаться. Душно, да. А завтра, кстати, вот 28 обещает. То есть вот сегодня спала из-за того, что сегодня дождик. На минут. Да. Нет, а вот так вот будет. Ну такой, знаете, мерзкий такой подкрапывающий дождик. Не особо прям вот ливнем и все. Вот чем мне нравится в Азии. Там вот раз и все. Да нету. Успокойся. Узбагуйся. Тоже не она. Хотя было бы хорошо. Слушай, вообще какая-то, блин, дичь. Это вот это что, нет? Да, там белое. Нет, да. Прикиньте, вообще где-то в жопе мира, блин, стоит далеко-далеко. И уже включил платное ожидание. Ну что за люди вообще? Вот смотрите, видите? Мы вот здесь вот. А он вот здесь вот. Это нормально так, да? Причем я проверила адрес. Все нормально у меня указано. Ну все, слава богу, мы доехали. Это хорошо. Вот. Слава богу, все там. Ой, чуть не упал. Ну вот, видишь, как хорошо, что со мной. Слава богу, там все это урегулировано. Вот. Я не знаю, что-то как-то странно так это. Везет такси. Это, ну, в смысле, его на одно место... А мы стоим вообще в другом. Кто косячит? Либо навигатор, либо это. Либо может водитель. Ну главное, что он, все он хорошо урегулировалось. Так, сейчас будем инспектировать покровочку. Нашу любимую. Чтобы все было хорошо. Проверим.
как я давно этого ждала. Первый раз за 3 недели почти. Вот здесь я. Какой кайф, да. Мы сейчас ехали, действительно, у нас прям все-все-все делают. Все дома, все прям, знаете, все фасады обделывают. Все было замечательно. Здесь тоже, кстати, он смотри, да. Видите, дом связи. Ой, а покровка вообще уже все убрала. Причем, кстати, смотрите, сколько этих самокатов. Ой, здесь даже заделали дырки. Вот что называется, две недели не были. Вау, смотри, как круто. Эти скамеечки поставили. Замечательно. Из Москвы, что ли? Наш любимый кофейный. Прямо соскучился по нему. Рассказывала себе орал. Вкусный. Овчику лимонад. Кофе пока нельзя. Лимонадик будет пить. Видите, менюшка такая вот. Ой, кайф. Наконец-то мы возвращаемся к обычной жизни. В этот мелочах. И есть счастье. Кайфушечка. Все, ребятки, покровочка наша почти готова. Вообще красота. Вот Овчику лимонадик. По сути, обычная вода с сиропом. И все. И со льдом. А у меня кофе раф. Кайф. Соленый. Соленая карамель. И, походу, скамейки будут, да? Скамеечки, да, он ставит. Поставит. Где же входная будет? Да-да-да. Середине поставит. Прям посередине, что ли? Да. А, чтобы машины не ездили, да? Ну, да. А то сейчас реально, ну, что, машины прям едут, прям прут, вообще обнаглели. Я бы, кстати, была за, если бы поставили прям по центру. Так, глядишь бы, и машин бы не ездил. Центр ставит, а по краям можно будет ездить. На самокат. Вон какое-то фото радужки. Я видела. Не, вот, видишь, поставит. И там, видать, цветник будет. Ну, как вот здесь клумбы были? Может только быть. Теперь будет вот так. Не знаю, ну там еще и это, квадратные есть. А было бы прикольно, если бы они еще здесь сделали какую-нибудь подзарядку. Чтобы можно было бы это, знаешь, подзаряжать телефоны. Ты вообще охренела. Прикинь, народу будет сколько. Здесь вон тоже клумбочки оставили. Да. Клумбочки тоже оставили. Не, ну это скамеечки, это от кафешки. Да. Кафешки. Ой, как мы здесь давно не были. Освещение, кажется, еще не включили. Мы вечером. Плюс сейчас тучи. Наверное, вам плохо видно. Но все уже. Покровочка. Вы тоже по ней соскучились, как и мы. Особенно я. Кстати, сейчас дождя нету. Хорошо. Идешь, кайф. Кайфушечка. Я не знаю, как они будут ставить. Вот, да? Видишь, они ставят. Это длинная, она ставит, идет и перекрывает вход. Да, вроде не перекрывает. Подожди, подожди, посмотрю. Что тут такое? Даже на них, кстати, что-то написано. Каменный трех... А, смотри, на них написана история. Каменный трехэтажный дом, выходящий одним фасадом на улице Большая Покровская и другие кинотеатры Октябрьево. Видите? И так далее. Надеюсь, они что-нибудь сделают. Хотя там сейчас мусорку устроили. Вот видите, кстати, на них вообще здорово. Смотрите, как сделали. Шикарно. Я даже не ожидала. То есть, видите, история дома. Классно. Все, вон, убежал. Как всегда. Как всегда, вперед. Ох, кайф. Как же хорошо на улице. Вот понимаешь, насколько хорошо? Только тогда, когда чего-то лишаешься, понимаете? Вот совершенно обычных, обыденных вещей. О, Вов, смотри, за это... Вов. Смотри. Полностью это... Застеклили. Слышишь, Вов? Ничего. Ничего, просто говорю. Художественный промысел застеклили. Мы когда ходили, здесь только вот половинка была застеклена. И даже вот здесь, смотрите, поставили стенды, что такое. Улица Большая Покровская. Видите, история. Ну, не история, а то, что сделано. Классно. И вот тоже. Вот, кому интересно. Вот, и просили экскурсию, пожалуйста, получайте. Вот, смотрите, видите, уже другое написано. Орлёна, кинотеатр на 300 мест, открытый в 80-м году на месте старейшего Нижегородского кинотеатра «Палас», вот, построенного в проекте архитектуры ля-ля-ля и так далее. Видите, теперь на каждой скамеечке рядом со зданием есть история. Круто. Говорите, Вован плохо ходит, вон от меня убегает. Подождать прям не может. Постой, подожди меня, паровоз. Бежит. Да-да-да, ты меня тоже задолбал уже бегать.
Я не бегаю, я, блин, нормально. Да, конечно. А что, подождать, ты меня не судьба? Ну, я вот почитать вам, он там тоже написан. Да, потому что я здесь 2 недели не была. 3. Я обглядываю всю книгу. Да, пойдем, посмотрим. Да, я посмотрю. Вот. Мысль о создании женского епархиального училища в Нижнем Новгороде принадлежит княгине Толстой. Вот, видите, как классно. И так далее. Читайте, кому интересно. Ребятки, да, у нас здесь, видите, вот так вот все красиво сделано. В общем, историю. То есть люди, которые будут к нам приезжать, можно изучать историю по скамейкам. Изучаем историю Нижнего Новгорода по скамейкам. Не, вообще, на самом деле, конечно, у нас такой старинный достаточно город, 800 лет, это ж не хухры-мухры. Вот, и круто, круто. Классно они придумали, что на скамейках писать. Вон даже лежбище прям можно. Здорово. Прям классно. Вот что значит, здесь давно не было, и сразу так это рачительные изменения. Да, что-то странно. Я говорю, что очень много пространства они сожрали этими скамейками. Хотели бы, как Вовчик говорит, скамейки, дорожки для велосипедистов. А в итоге что-то как-то не то. Вот, а это очень такое. Здесь, да? Лучше бы они машины перекрыли. Так, а тут у нас что такое? Это мусорка, что ли, такая? Прикольно. Ну просто вот нигде пройти-то. Все перекрыто. Вот так вот. Типа перекрыли, чтобы здесь не ездили на велосипедах. Красиво, как банк у нас сделан. Вот подсветочки здесь, конечно, не хватает. Ну, когда будет подсветка, будет вообще шикарно. Будет очень красиво. Вот эти исторические наши здания. Ну вообще, знаете, вот там говорят, что сделай экскурсию по Нижнему Новгороду, пока что там без встречи. Да особо, знаете, нигде ничего. Там какую-нибудь канатную дорогу. А смысл? Канатка она, и в Африке канатка. Ехать на Бор только из-за того, чтобы показать эту канатку. Нам туда смысла нет. Поэтому мы показываем то, что где мы находимся. Вот, а там уже, пожалуйста, изучайте. А чтобы нормально изучить, нужно, извините, исторический канал. Смотрите, а у нас влоговый канал. У нас про жизнь. Так, ребятки, хватит мне написать, что покажи это, покажи то. Мы не экскурсоводы. И далеко не экскурсоводы. Мы показываем то, что знаем. А то, чего мы не знаем, стараемся не показывать. Красота. Прям видно, как у нас город расцветает. Даже на примере Покровки. Ну, как все отделают красиво. Красота. Ляпота. О, ребята, а дальше у нас прям красота. Сказали, что вот эту вот подсветку, которая впереди, у нас решили оставить на PMG. У нас такая была на Новый год, а теперь вот так вот решили оставить. Ну, совсем, да. Ну, да. А еще ты говорил, и вверху тоже такая же будет, да? Вот там в центре еще какой-то трамвайчик стоит. А, как раз вот на этих рельсах, да? Которые ставили. Наконец-то их поставили. Трамвайная линия здесь. Ну, да, да, да. Представляете, у нас вот здесь вот была трамвайная линия. 800, наверное. Сейчас подойдем поближе. Не, ну, конечно, город прям расцветает. Красота. Да, наверное. Дети, наверное. О, ребят, смотрите, как круто. Ух ты! Вообще огонь. Это типа макет трамвайчика. Но он такой, видите, как чисто условно. Здорово. Давай, чтобы видео. Как раз вот на эти, как их, на рельсы поставили. Классно. Видите, как здорово. Супер. О, 800 лет, смотрите. Видите, написано. Ребята, у нас там прям концерт. Пойдем посмотрим. Чуть не пошел, а я решил показать. Видите, как у нас здесь здорово. Что, здесь концерт прямо, что ли? Или что? Здорово. А это какой-то концерт, что ли, или что? А кого концерт купается? Элизиум. А, Элизиум. А это как, платный вход, да? Сколько стоит? 1000. Понятно. 1000, платный вход. Ну, мы и тут послушаем. Какая-то группа Элизиум, 1000 рублей. Прикольно. А я думала, откуда фигачит музыка? Кажется, вот отсюда. Открытый, типа, концерт.
1000 рублей. Когда можно здесь постоять и послушать. Смотрите, у нас здесь типа маленького фудкортика сделано. Да. И так приятно, знаете, вот. О, вафли. Надо будет потом сюда сходить. Это типа вафли. Вот. А, это пельмени в стакане. Ну, сейчас Вовчик вылечится, сходим обязательно посмотрим. Ой, вон там тоже поставили какой-то красивый павильончик. Прям вообще, прям город преобразился. Ребят, 2 недели здесь не была. И просто не узнать город, не узнать. Я представляю, что если кто-то здесь год назад был. Вот, и, кстати, у нас осталось 14 дней. Да, у нас, кстати, день рождения города отмечается каждую третью субботу августа. Вот, и сейчас, если у нас сегодня 5-е, по-моему, да? Вот, осталось 14 дней, того 19-го. Так, там вот дальше тоже, видите, подсветка. Быть, а не казаться. О, видите, быть, а не казаться. Ой, как же здорово. Вечерний Нижний Новгород прям супер. Вон там, видите, тоже устанавливают. Дальше. Так и останется. 800 лет на постоянку. Вон, видите, машины. Ну, 800, ты можешь снимать, да, остальное хранить. Да? Ну, почему-то некоторые что-то половину горят, половину не горят. Странно. Они что делают, он видишь. Ну, и как всегда, вон этих пацанов. Нафига. Ну, низко, кстати, так достаточно. Давай. Поймал Галя на полностью, как уж тот травит, а? Ест. Да-да-да. Мистер Чу. Да, мистер Чу. Ну, что-то, кстати, поначалу там было много народу, сейчас чуть никого нет. Эй, не иду, вон. Да-да-да. Видишь, открывается. А, мистер Чу? Да. А, так у них еще один филиал, или не приехали да. сюда? Они открылись здесь. Прикольно, пойдем посмотрим. Там, да? Мы и были, кстати, в этом мистере Чу. Они, видать, еще новенькие открыли. Он тоже, ну, они по какому же принципу, тоже маленькие столики. Да? Не, вон там народ уже сидит, ну, вообще. То есть они еще открыли? Да. Не, кстати, у них вкусно достаточно, у них роллы очень вкусные. Видишь, поставили? Да, вижу. Здесь красят все. А вот этой барной стойки у них, походу, нету или есть? Нет. Да, это вот рядом вот этот дракон, получается, только сняли вывеску. И мистер Чу. Так мне интересно, они приехали или у них еще это один? Новый открылся. Новый, да? Да, вторая. О, круто. Просто мы в одном были, а это вот это. Мы вот и с тобой идем, там просто столов, мест нет, поэтому мы пришли сюда. Ну, здорово. Ну, кухня такая же, да? Ну, я думаю, что да. Здорово. Ну, пойдем. Ну, я так понимаю, они любят вот именно вот эти маленькие. Мне так нравится вот это вот классно у них сделано. Да, тук-тук, да. Типа тук-тук, да, доставка тук-тук. Да, Вовчик ворчит, говорит, теперь тут все забьют. Теперь тут фиг сходишь. Не, ну, по сути, их теперь два. Один тут, другой там маленький, тут маленький. Ну, да, что-то они как-то по-маленькому у нас. Ой, даже в магазине тоже, смотри, сколько народу. Прям народу поперло. Народу как-то много становится в городе. А сейчас ехали, конечно, там такие плакаты, что типа убирают все заборы. То есть сезон заборов заканчивается. Вот, и остается вот такая красота в городе. Не, ну вообще супер. Город просто прям красотень. Наша любимая поправочка. Она прям обновилась за этот год. Ее прям просто не узнать. Очень красивая, прям балдея. Видите, никуда ехать надо. Там у меня девушка одна спрашивает, у вас есть по Москве? Вы были в Москве? То есть, ну, как бы, ваши места, где вы там были, гуляли? Я говорю, нет, в Москве не были. Но сейчас, знаете, вот прогулялась и понимаю, что там Нижний Новгород не хуже. Вот. Все почему-то Москву, Питер. Не, я не хочу. Я обожаю свой город. Я его люблю. У меня здесь все устроено. У меня отличная квартира в центре города. Вот. Все замечательно. Я люблю его и... Нижний, я люблю тебя. Здесь тоже, видите, все сделано. Отделали, кстати говоря, полностью стены, реставрировали. Ну, типа как-то, ну все равно, мне кажется, как-то не очень. По-моему, было лучше. Сейчас какой-то розовый он стал. Это должен быть красный. Это подсветка такая. Подсветка такая? Да. Это кажется, как розовый. Да? На самом деле красный. Ну. Как и было. А вон там, вот видишь, классно такое здание подсвечено. Там, я не понимаю, институт, по-моему, какой-то. Вот. У нас. Вон тот вон, подсвеченный. Да ты чё? Чё? Прикинь, какой институт. Как называется? Давай. Ты же у нас эксперт. А,
А, ты не знаешь? Нет, давай. Охренеть! Ну давай. Иди на это тогда, иди и прочитай. Я на тут должна идти? Да, или вот здесь прочитай, здесь еще филиал. Хорошо. Лингвистический университет. На, сейчас. Нет? Ну, на улице Минина. Да, да, да. Кой-кого. А, я не разбираюсь, я не краевед. Вот. На том здании. Я читать не умею. Вот, хейтеры, у меня свой хейтер, вон, видите, меня как троллит, скотина. Вот так, потому что я никого не боюсь, у меня свой хейтер, который меня постоянно под... Я бывает... Ой, какая красота, ребята, как я рада. Ой, вообще, я прям... Вот это больно, счастливо, я. Да. Только не само название, а какое именно? Я не вижу, а ты где? У меня вообще зрение плохое. Вот на этом здании. Не вижу. Ну, не вижу. Давай, прочитай мне. Прочитай. Я плохо вижу. Педагогический университет. Вон там он один, а здесь второй. То есть, эти, я не знаю. Педагогический, педагогов учат. Вот. Ну, вообще, вот такая вот у нас прогулочка получилась. Вот такой у нас Нижний Новгород. Обновился вся покровочка. Не, очень красиво. Очень красиво. Сейчас едем в сторону дома. Вот. Может, в магазинчик зайдем. В общем, будем ужин готовить. Но в любом случае, вылазка первая была шикарна. Люблю, целую, всем спасибо, всем пока.